Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор каталога. Помимо основного каталога, который действует 3 недели, у нас есть дополнительный каталог Выгода Плюс, и он доступен для всех активных консультантов, у кого суммарный заказ в предыдущем каталоге составил от 100 бонусных баллов. И сегодня мы полистаем каталог вместе, и я покажу продукцию, которой сама пользуюсь, расскажу, что мне нравится, что не нравится, и я вам желаю приятного просмотра. Каталог Выгода Плюс начинает свое действие с 25 апреля и закончится 8 мая. Когда вы будете делать заказы на каждые 10 баллов из этого каталога, в ваш заказ будет вложен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это может быть пробник помады, аромата или еще что-то. На первой странице мы видим хайлайтер в шариках и румяна в шариках «Жемчужное сияние». Две баночки. Баночки будут вот такого размера. У меня здесь румяна, я очень люблю румяна в шариках, потому что у них настолько естественный цвет, настолько они классные, приятные. Крышечка просто откручивается, здесь лежит специальная губка, которая не дает рассыпаться шариком, и вот эти чудесные шарики мы набираем кистью, я пальцем сейчас, а в принципе нужна кисть, и они все перемешиваются, и получается очень красивый оттенок за счет того, что здесь вот разного цвета, и розовые, и золотистые, и коричневые, и такие вот беленькие. Получается очень красивая кожа, такая натуральная, никакой вот искусственности нет, а вот просто натурально очень красиво. В основном пользуюсь ими зимой, потому что зимой кожа самая бледная, и хочется выглядеть очень как бы естественно. А здесь вас ждет чудо хайлайтер просто нереальной красоты. Кстати, он будет с эффектом искристый лед, и его создают прохладные блики, минералы, которые смягчают блеск. А румяна в шариках будут с оттенком золотистого жемчуга. Представляете, как это красиво, особенно на слегка загорелой коже, это будет просто чудо. А учитывая, что стоимость всего лишь 499 рублей, налетайте, а то разберут как горячие пирожки. На этом развороте нас ждет бальзам праймер для губ. Он нужен для того, чтобы выровнять кожу губ. У кого губы сухие, бывают такие в складочках или трескаются, наносите праймер, он абсолютно, ой, я его сломала, видите, отломила, так энергично старалась красить. Вот так наносите, он просто прозрачный, вот так аккуратненько даете ему впитаться, и сверху наносите помаду. Отзывы об этом праймере очень хорошие, многие девушки говорят, что даже не представляют, как без него жить, и скорее всего, да, это правда, потому что проблемы с губами бывают очень у многих людей. Кстати, я вам рекомендую маску скраб, в Oriflame есть такая масочка, специальный тюбик, и я ее тоже очень люблю, но ее нет в этом каталоге, ищите в большом каталоге. Дальше нас ждет помада, стойкая супер матовая губная помада карандаш, несколько оттенков, а если быть точнее, то здесь я вижу 9 или даже 10 оттенков. Такая вот помада карандаш, у меня она очень давно, еще когда дочка красила такими темными оттенками, я ей заказала, она и красила действительно какое-то время, а потом сказала все, и теперь вообще губы не красит, ну иногда какими-то бальзамчиками пользуется. А что могу сказать по своим ощущениям, когда я пробовала эту помаду? Она классно ложится, она стойкая, она очень красивая, абсолютно не сушит губы, то есть классная комфортная помада, и кстати ее надолго хватает, хотя здесь вот, ну как бы вроде бы как стержень небольшой, а хватает ее надолго. Сейчас вес посмотрим, 1,7 грамма, достаточно большой объем. Следующее нас ждет палетка, специальная палитра маскирующих средств, будет палитра трех вариантах. Самый светлый, который я держу сейчас в руках, она такая небольшая эта палетка, с зеркалом, и здесь у нас 3 оттенка. Смотрите, что это значит. Розовый, мы набираем розовый кистью, розовый перекрывает у нас синий подтон, да, вот синюю венку перекрывает, очень плотный, очень хороший оттенок, просто обожаю эту палетку. Второй цвет у нас желтоватый, он перекрывает пигментацию, давайте найдем какую-нибудь родинку, вот она, например, то есть все пигментные пятнышки мы перекрываем вот этим вот таким коричнево-бежево-золотистым оттенком. Побольше возьмем, то есть наносим побольше, даем подсохнуть, а потом пальчиками аккуратненько границу, или не пальчиками, а лучше губочкой, спонжиком или кистью аккуратненько границы так втушевываем,
тональное средство, чтобы ничего не осталось. Смотрите, как классно, венку перекрыли, пятнышко перекрыли. А третье — это пудра, просто чтобы сверху припудрить. Так, вам видно, надеюсь, вот так вот показываю. И вот так пудрой мы все это перекрываем. Классная штука, очень очень люблю ее, и мне нравится, что с ней как бы просто разобраться, нет никаких вот сложностей. А если вы у вас кожа потемнее, выбирайте себе более насыщенные оттенки. Следующая страница для наших пальчиков — лаки. Очень красивые, крутые, стойкие лаки, большой объем, 8 миллилитров. Они действительно быстро сохнут. Я себе очень хочу вот этот оттенок, лавандовый крем называется. Как я люблю такие вот оттенки. У меня, кстати, где-то есть вот этот вот оранжевый медовый леденец, но я его не нашла, у меня настолько много лаков, куда-то я его убрала. И посмотрите, какая классная есть посудинка для того, чтобы делать маникюр. То есть специально так вот под кисть прям выемка, и вы наливаете водичку туда, добавляете, например, какую-нибудь маслице или гели немножко, я обычно добавляю, да, или мыльный раствор. Ну вот все, что вы привыкли для того, чтобы сделать маникюр, погружаете туда свою лапочку и потом занимаетесь ноготочками, если вы сами делаете маникюр. А на этой странице серия Optimals для кожи сухой и нормальной, то есть нормальная, склонная к сухости. Отличные цены, кто любит эту серию. Она у нас сейчас обновилась, да, мне кажется, у нас сейчас эта серия немножко в другом варианте, или мне так кажется, но в любом случае эту серию любят девушки, у которых сухая кожа и нормальное, так, настолько приятное средство, что их постоянно перезаказывают. Если один раз попробовали, то влюбляются. Далее, крем для рук «Люквенный чай», объем 30 миллилитров. Всегда смотрите объемы, чтобы так не получилось, что вы заказываете крем и думаете, что там будет стандартный 75. Нет, здесь 30, но он очень крутой, и приходит он в красивой большой такой коробочке, то есть он оформлен в праздничном варианте, и у него чудесный аромат, и он так круто питает ручки. У меня вот одна клиентка просто обожает этот крем и всегда его заказывала, когда видела его где-то в каталоге. Второе средство — это очищающее средство для лица с питательным комплексом. И что нам даст эта кремовая формула? Хорошо очищает, но не пересушивает, сразу смягчает кожу. Я думаю, что это средство оценят все, у кого кожа склонна к сухости. Ох, а это моя любимая страничка, потому что здесь серия Botanicals, шампунь и кондиционер для волос. Вот так выглядит шампунь. Он с дозатором, 95% натуральности, содержит экстракт жимолости, который придает классный аромат. Я так люблю это средство, у меня уже, кстати, один флакончик кончился, я сейчас достала второй шампунь. Бальзам у меня тоже уже второй заканчивается, да, вот, кстати, это у меня уже третий, два уже закончились. Я очень люблю эту серию, она оживляет мои волосы, я с таким удовольствием ей пользуюсь и всем рекомендую. А третий продукт — это спрей для тела и постельного белья. Спрей цветочно с таким восточным ароматом, он действительно очень нежный, очень нежный, очень приятный. Я им иногда пользуюсь, поставила его в гардеробе, и когда вспоминаю, орошаю белье постельное, да, так спрыскиваю. Ну, кстати, очень вкусно пахнет, и на тело я его иногда наношу, но расход очень маленький за счет того, что здесь вот распылитель, расход очень маленький, я даже не представляю, его хватит, мне кажется, так надолго, нужно им почаще пользоваться, а то выйдет срок годности. Поэтому тоже рекомендую, мне нравится этот продукт. Здесь нас ждет отшелушивающая губка для душа со скорлупой грецкого ореха, но я ее никогда не пробовала, честное слово, как-то у меня не дошли до нее руки. Мне кажется, это интересный продукт, будет хорошо делать пилинг, кожу хорошо очищать. А мочалку для душа, мне кажется, такую пробовали все хотя бы раз, в виде розы, она здорово вспенивает любой крем для душа или гель для душа, мылом можно пользоваться. Кстати, рядышком мыло Love Letter, шикарная серия, мыло в форме конвертика, как будто бы, да, вы получили любовное послание, забавное, и аромат очень вкусный.
и крем для душа «Весенний букет» с невероятно красивым дизайном. На мой взгляд, это сейчас один из самых таких нарядных продуктов как раз вот на весну, такой прям весенний принт, цветочный, такой яркий, позитивный, ну вот чудо, просто чудо. И что делает крем для душа? В отличие от геля, крем для душа, он напитывает сразу кожу, то есть он содержит питательные компоненты, и когда мы купаемся, то мы и очищаем кожу, и сразу ее питаем, получается просто фантастика. Ох, а вот это мне очень нравится страничка. Здесь у нас туалетные воды для мужчин, да, даже Class Style, это парфюмерная вода. И что мне понравилось, небольшой объем за очень приятную цену, 15 миллилитров, вот таких вот коробочках получаем в красивеньких. Здесь есть распылитель, то что очень-очень-очень удобно, то есть нажали, нанесли, хватит надолго, хороший распылитель такой тонкий. И здесь три варианта: Possessman, Giordani Goldman или Eclat Style. Шикарный вариант, особенно если вы хотите сделать приятное своему мужчине или любите разные ароматы, как я, например, я люблю, чтобы было разное. Поэтому, чтобы не один покупать флакон, а взять сразу вот так три, и цена здесь очень хорошая цена. В последнем каталоге скидка была 319 рублей. А здесь 279, чудо просто вариант. Так, ежедневник, красивый ежедневник с таким цветочным принтом, размеры его указаны, он с закладкой, закладка лента. Только единственное, я себе такой не брала, конечно, он достаточно симпатичный, но я вам не могу рассказать про него подробнее, что там внутри и так далее. Так, носки, две пары будет, одна пара серые, другие красные, и можно, кстати, носить как сразу смешивать, то есть взять один носок серый, другой красный, сейчас это в тренде, поэтому не стесняйтесь, экспериментируйте, будет очень прикольно. Бижутерия в Oriflame, сразу говорю, бижутерия классная, у меня много-много бижутерии, я думаю, когда вы смотрите мои видео, замечаете, что на мне все время какие-то разные ожерелья, серьги, по качеству великолепные, даже набор за 200 рублей, ну каждый продукт будет вам служить верой и правдой долгие годы, не облазит, не темнеет. У меня никаких абсолютно нареканий к этим сериям нету. И здесь очень тоже красивые с жемчугом украшения и шикарные вот браслет и кристаллы, вот эти шарик весь в кристаллах, это так красиво переливается. Обратите внимание, кольцо с натуральным камнем, и у него нет размера, то есть мы можем его регулировать так, как нам позволяет наш пальчик. А что-то у меня страничка не хочет уменьшаться. Очки и сумочка. Кстати, очки эти я не видела, то есть мы очки заказывали на свой страх и риск, но я вам открою такую тайну. Например, вы сделали заказ, получили, примеряете прямо в офисе, и если вам не нравится, оформляете просто возврат или замену на какой-то другой продукт. Если вы видите, что вам совершенно не подходит, ничего страшного, можно всегда сделать возврат, это бесплатно. Сумочка шикарная. Кстати, про эту сумочку я вам искренне хочу сказать, что на картинке она не выглядит так, как в жизни. Я ее видела в офисе, примеряла, у меня даже на канале есть где-то видео с этой сумочкой, и она очень круто смотрится, она такая стильная, очень интересный дизайн. Так, платки, платки, какие же они нереально классные в Oriflame. У меня есть вот такой большой платок с анималистическим принтом, я вам его сейчас чуть попозже покажу, потому что он огромный, посмотрите его размеры, 1,30 на 1,30 м. И посмотрите, прикрепим ссылку на видео, где я из этого платка делала платье, и это просто чудо, особенно если вы планируете поездку куда-то на море, в теплые страны, или вы живете на море, или просто вы смелая девушка и любите импровизировать, то этот будет наряд просто сногсшибательный, потому что здесь нереально крутая ткань, я вам сейчас кусочек ее покажу, просто здесь маленькие возможности у нас с вами, так как мы, экран близко к столу. Смотрите, он сделан из переработанного пластика, по-моему, на 40%, ну может быть даже больше. Посмотрите, какой он классный, такие яркие сочные цвета,
и на ощупь очень приятный, как натуральный шелк, настолько комфортное прикосновение к телу, просто супер. И серьги тоже, смотрите, какие интересные серьги, вот эти именно вот плетеные. Сейчас все это очень модно, такое ближе к растительному, к натуральному, поэтому если вы любите такие серьги, кстати, я бы себе такие взяла, но не знаю, пока не знаю, потому что очень много у меня серег, как правильно сказать, да, у меня просто их много. Сумки очень интересные, кстати, сумка Shopper в клетку огромного размера, 33 на 13 на 29, она у нас будет, вот я не помню, есть ли молния, нам нужно посмотреть с вами, вот здесь вот, да, по-моему, она на молнии, и это замечательно. А вторая сумочка, сумка клатч, смотрите, как она интересно сделана, она состоит из двух маленьких мини-клатчей, то есть они небольшого размера, плоские, и мы их можем носить как вместе, так и по отдельности, то есть это трансформер, можем переворачивать какой угодно стороной. Ну, забавная штучка, кстати, мне очень понравилась, когда я в офисе смотрела, честно говоря, я еле удержалась, чтобы их себе не заказать. А здесь нас ждет невероятный съемный такой меховой ремень, который мы используем к любым сумкам, у которых съемные ремешки, и сама же сумка двухсторонний клатч с таким интересным принтом под леопарда, да, это под леопарда. Кстати, я эту сумку очень люблю, она у меня есть, сейчас тоже кусочек вам покажу, она на молнии. Я еще эту сумку забавно так называю, сумка трусы, потому что у нее есть такая возможность собрать вот так вот, немножко ее испачкала, собрать вот так вот уголочки вовнутрь, и внутри есть клепочка, то есть мы сцепляем клепочку, и получается такой вид, как будто это вот так вот трусишки. Забавная сумка, но она настолько приятная, и носить ее можно как наружу, так черной стороной, так и меховой. Здесь вот мех такой приятный, он чуть-чуть как бы укороченный, а где пятнышки, он вообще не махрится, то есть если вот этот желтенький, он так немножечко двигается, то черный, он просто очень-очень плоский. Так, и мне кажется, мы уже практически подошли к концу, нас здесь ждет роскошная тушь. Давайте посмотрим эту тушь, любимая 5 в 1. Здесь есть вариант взять водостойкую или классическую. Я сразу предупреждаю, если вы заказываете водостойкую тушь, обязательно к ней заказывайте специальное средство для снятия водостойкой косметики, иначе ее очень трудно будет снять с ресничек, наверное, вместе с ресницами. А второй вариант — это классическая, и она у нас идет в коричневом цвете и в черном. У меня, к сожалению, этой туши нет, я вам только покажу кисточку, она будет точно такая же. Итак, у нас просто тушь немножечко изменилась, формула и упаковка, а кисточка не поменялась, и это уникальная кисть, которая делает с ресничками все, что нужно, удлиняет, расчесывает, утолщает, дает им изгиб, и питательная формула тоже ухаживает за ресничками. Вот, влюблена в нее, потому что именно эта кисть делает мои ресницы самыми красивыми на свете. Если вы видите, с одной стороны ворсинок практически нет, а с другой они есть и чуть закругленные, и именно это позволяет подобраться как можно ближе к началу роста ресниц, не травмируя глаз, да, не задевая слизистую, а потом, переворачивая на длинненькие вот ворсинки, можно удлинять, расчесывать, разделять. Просто фантастический продукт, очень-очень вам рекомендую. Так, ну вот, по-моему, все, каталог закончился, а сейчас давайте посмотрим сумку поближе, да, по крупным планам, и вот этот вот красивый платок тоже вам покажу. Итак, выглядит сумочка таким образом, она очень удобная, мягенькая, кстати, вместительная, но, естественно, она на красивой молнии золотистой, а внутри мы можем так вот уголочки сюда затолкать, и с этой стороны собираем, а внутри есть клепка, я вам сейчас покажу, то есть так, клепочку мы берем, соединяем, опускаем назад, и получается удивительные леопардовые трусики. Как вам?
Это шутка, да, никому не рассказывайте. Но это все равно здорово и смотрится очень необычно. Можно черной стороной так носить или леопардовой. А платок, он просто нереальной красоты. У меня даже была такая задумка сделать его как вот на стену картину, то есть заказать рамку. Смотрите, здесь принт такой анималистический, зебра, и вот как будто у него крылья такие пестрые. С другой стороны, он уже не такой яркий, вот так вам его покажу. То есть сразу понятно, где лицевая сторона, а где изнаночная. Вот такая вот красота. Ну, надеюсь, этот обзор вам будет полезный, и вы точно уже сможете определиться, что заказать себе, чем себя побаловать и так далее. Ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях и пишите свои рекомендации, если что-то я упустила или забыла рассказать. Да, может быть, что-то не учла, такое бывает, это нормально. Вот. И всего вам доброго, до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Получилось?